Привет, друзья, привет. Мы нашли на ютубе такое видео интересное, когда скрестили помидору с картошкой. Вот мы тоже сделали такой интересный эксперимент. Подсадили сюда, обрезали, как это назвать правильно, ботву, и туда присоединили черри. Вот, в принципе, на всех прошло 3 дня, пока вроде бы как бы оно прижилось. Нам интересно посмотреть, получится ли дальше у нас вообще этот эксперимент. Приживутся ли помидорки на этом. Ну а дальше будет все видно. Так что ставим лайчики, пальчики и подписываемся на каналчик. Ссылочка в группу будет внизу. Все, друзья, всем хорошего урожая. До новых встреч.